В 1835 году Дирихле при помощи рассмотрения рядов Фурье, а именно так называемой формулы Пуассона, сумел вычислить Гауссову сумму, причем Гауссову сумму не только для простого числа, а сразу для любого натурального числа. Давайте сначала все-таки поговорим, что такое формула Пуассона. Пусть у нас есть какая-нибудь определенная на всей вещественной оси функция. Ну, на самом деле потребуется, чтобы там были верные условия, вот, чтобы ряд Фурье сходился к значению функции. Как вы помните, для этого достаточно, например, дифференцируемость во всех точках. Так вот, пусть f какая-то такая хорошая функция, a и b – это целые числа, а меньше b. И нас интересует сумма значений функции f в точках отрезка от a до b. Оказывается, если... Только надо еще небольшое... Это просто из того, как там у нас будут выглядеть формулы для рядов Фурье. Надо значение в точках f от a и в точке f от b взять с половинки. То есть мы берем половину f от a, дальше f от a плюс 1, f от a плюс 2 и так далее, f от b минус 1 и половину f от b. Так вот, такое выражение, это есть сумма по всем целым числам интегралов от a до b f от x умножить на e в степени 2pi kx dx. На первый взгляд это кажется немножко странным, что это вообще такое. Но с другой стороны, смотрите, если взять k равно нулю, то там получается просто интеграл. А интеграл вполне разумно вычисляется вот именно по такой формуле. Причем, заметьте, если, скажем, у нас функция постоянная, то действительно значение в концах надо разумно брать коэффициентом 1 вторая. Вот. А вот дальше все это такие вот поправки. И формула точная. Как ее получить? На самом деле ничего сейчас сложного не потребуется. Фактически мы уже все сделали. Получим мы ее так. Пусть а некоторое целое число. Посмотрим, как будут выглядеть ряды Фурье для отрезка а, а плюс 1. Ну, разумеется, надо теперь брать не косинус х, а косинус 2πx и так далее, косинус 2πnx и синус то же самое, синус 2πx, синус 2nπx. Вопрос, зачем я там написал везде корень из двух? Очень просто. Если вы вспомните, как мы там обсуждали с синусами и косинусами, то все выписанные функции, единицы, все косинусы, все эти функции попарно ортогонально. При этом, если у нас отрезок длины 1, то когда вы единицу возводите в квадрат и интегрируете, получается единица. А вот если вы берете косинус, скажем, берем косинус 2nπx, возводите в квадрат и интегрируете по отрезку длины 1, то у вас получится такой же ответ из-за периодичности, из-за того, что синус получается график сдвигом из косинуса, вот, а мы берем по полному периоду, поэтому этот сдвиг никак не будет в значении интеграла отражен. Так вот, будет такой же ответ, как у синус квадрата. А сумма у них единица, значит, будет по 1 второй. Вот если вы берете без корня из двух, то интеграл от квадрата равен 1 второй. Значит, если с корнем из двух взять, то интеграл от квадрата будет равен единице. Здесь выписана ортонормированная система функций на отрезке от а до а плюс 1. Теперь, как выглядят коэффициенты? Да очень просто. Смотрите, чтобы разложить, ну давайте сначала здесь вот, да? Чтобы узнать коэффициенты здесь, нужно просто спроецировать функцию на единицу. Для этого надо перемножить, взять интеграл. Но здесь написано делить на 2, значит, если вы сюда подставите k равно 0, то как раз и будет 2 пополам, все замечательно, просто интеграл. Хорошо, теперь берем k какое-нибудь натуральное число. Тогда вот у нас есть 2πnx. Если нас интересует вектор длины 1, то
то это корень из двух умножить. Чтобы найти проекцию на него, надо взять функцию, умножить на корень из двух, на косинус, и проинтегрировать. Но это будет коэффициентом, опять-таки, не перед косинусом, а перед косинусом умножить на корень из двух. Корень из двух умножить на корень из двух, это двойка. Значит, все, для всех такая формула верна, и для синуса по тем же соображениям тоже верна. Замечательно. Теперь, как нам получить из этих вот формул, формулу для суммы, формулу Пуассона? Мы, вот функция f была определена на все вещественные оси, ограничим f на отрезок от а до а плюс 1 и продолжим периодически с периодом 1. Тогда она перестанет быть, может быть, не перестанет, непрерывной в целых точках. Но условие того, что ряд Фурье сходится, будет верно, потому что, помните, он должен сходиться к полусумме пределов слева и справа. А пределы слева и справа это как раз и есть f от а и f от а плюс 1. Смотрим на равенство, которое мы хотим доказать. Ну, давайте так, пока пусть v это а плюс 1. Тогда здесь просто-напросто полусумма значений f от а плюс f от а плюс 1 пополам. Здесь сумма по всем целым k. Но смотрите, мы же с вами можем сделать так. Мы можем подставить вместо x целое число a и посмотреть, чему равен вот этот вот ряд. Тогда синусы просто превратятся в ноль, и в результате у нас останется только а0 пополам, плюс косинусы превратятся в единицы, плюс а1, плюс а2 и так далее. Значит, надо сложить все такие интегралы по всем неотрицательным, не забыв при этом а нулевое разделить на 2, по всем неотрицательным k. Смотрим сюда. Здесь ровно это написано. Если k равно нулю, то здесь интеграл от а до а плюс 1 f от x dx. Если же k не нуль, то надо посмотреть на k и минус k. Е в степени 2π и k плюс е в степени 2π минус k. Это как раз удвоенный косинус 2π и kx. Мы доказали формулу для отрезка от а до а плюс 1, нарезав отрезок от а до b на отрезке длины 1, для каждого написав и сложив, мы получаем формулу суммирования Пуассона. А теперь мы при помощи этой формулы, методом Дирихле, повторяю, 1835 год, методом Дирихле докажем формулу для гауссовой суммы. Для этого мы применим формулу суммирования Пуассона для функции косинус 2πx квадрат делить на n и синус 2πx квадрат делить на n. Давайте просто аккуратно выпишем эти формулы. Дэвенпорт, из книжки которого я узнал это доказательство, пишет, что это, пожалуй, самое прямое из доказательств формулы для суммы Гаусса. То есть, если мы приняли решение вот, вычислять эти самые ряды Фурье, применять ряды Фурье, то все, то дальше уже естественные вычисления, что называется, сами нас приведут к результату. Напомню, что для любого натурального числа n суммы Гаусса называют сумму по всем k от 0 до n минус 1, e в степени 2pi и k квадрат делить на n. Так вот, применим формулу Пуассона на отрезке от 0 до n. В качестве функции возьмем e в степени 2pi x квадрат делить на n. Ну, конечно, кто-то может сказать, что когда я рассказывал про ряды Фурье, у меня там функции были вещественно значные. Ну, на самом деле ничего там бы не изменилось, просто надо было бы вместо интеграла от квадрата говорить про интеграл от квадрата
модуля. Но если не хотите так, то можно вот что. Функцию f можно разбить на ее вещественную и мнимую части, для каждой написать и потом сложить. В общем, все равно то же самое получится. Что же мы получаем? Во-первых, если вместо x подставить число n, то значение функции будет такое же, как когда вместо x подставляем 0. Поэтому здесь вот это вот, то, что нужно брать полусумму значений в концах, можно игнорировать. Наша функция периодическая, да, то есть f от 0 равно f от n. И поэтому формула Пуассона записывается очень просто. Сумма по всем целым числам k, интеграл от 0 до n. Значит, нужно взять функцию, умножить на e в степени 2pi kx и проинтегрировать. Все, что будет дальше, это просто работа вот с этим интегралом. Просто упражнение из математического анализа. Первым делом введем переменную так, чтобы отрезок интегрирования стал длины 1. То есть обозначим x – это ny. Итак, мы представили гауссову сумму в виде суммы таких вот интегралов. И дальше просто замена. Вместо x пишем n большое y. Получаем. S – это сумма по всем целым числам, интеграл от 0 до 1 – e в степени 2pi ny квадрат плюс 2pi ny dny. Ну, dny – это то же самое, что n умножить на dy, значит, n выносим. И дальше выносим 2πn, и там добавляем k в квадрате делить на 4. Ну и, разумеется, пишем в множитель e в степени минус πi n k квадрат пополам. Да? То есть вторая строчка очевидным образом равна первой. А дальше вот это y квадрат плюс ky плюс k квадрат делить на 4 – это же y плюс k пополам в квадрате. Значит, разумно ввести новую переменную z. Z – это y плюс k пополам. И мы получаем третью строчку. N – сумма по всем целым k, e в степени минус pi n k квадрат пополам – интеграл от k пополам до k пополам плюс 1 e в степени 2pi z квадрат dz. Осталось совсем чуть-чуть. Смотрите, у нас отрезки от k пополам до k пополам плюс 1. Если k число четное, то покрывает всю вещественную прямую. И если k нечетное, тоже покрывает всю вещественную прямую. Поэтому разумно эту сумму разбить на 2. Отдельно просуммировать четное k, отдельно нечетное. Смотрите, если k четное, то k квадрат разделить на 2 – это четное число. И значит, e в степени минус pi и n k квадрат пополам – это просто единица. Если k нечетное, ну, например, k – это 2l плюс 1, то 2l плюс 1 в квадрате – это 4l квадрат плюс 4l плюс 1, значит, при делении на 2 – у нас получится 2l квадрат плюс 2l, они никак не повлияют на значение. А вот 1 вторая повлияет, потому что e в степени pi пополам – это число i. Значит, получается ответ – i в степени минус n. Замечательно. Значит, гауссова сумма – это есть n умножить на 1 плюс i в степени минус n умножить на интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности, e в степени pi и n z квадрат dz. Так, я пока не объясняю, почему этот интеграл сходится,
То есть вообще, конечно, строго говоря, нужно бы объяснить, что он вообще имеет смысл. Я это сейчас делаю, это очень легко, но именно потому, что это легко, давайте сначала договорим по сути. Так вот, мы получили замечательную формулу. Если вместо z взять новую переменную, то есть nz квадрат обозначить t квадрат, да, то в таком случае у нас получится корень из n умножить на 1 плюс i в степени минус n интеграл от минус бесконечности до плюс бесконечности e в степени 2pi t квадрат dt. Отлично. Смотрите, эта формула верна для любого n. Значит, хотя в ней и есть вот этот вот интеграл, совершенно непонятный, но мы его можем вычислить, взяв вместо n единицу. Ведь гауссова сумма для единицы просто равна единице. Значит, подставляем вместо n единицу и получаем замечательную вещь. Вот этот вот интеграл – это единица, деленная на 1 плюс i в минус первой степени. И мы таким образом вычислили для любого n гауссову сумму. Единица плюс i в степени минус n разделить на единицу плюс i в минус первую и умножить на корень из n. Удивительно красивое доказательство. Теперь надо сказать все-таки несколько слов, почему же такой интеграл сходится. Мы можем просто при помощи интегрирования по частям. Смотрите, когда у нас есть интеграл, возьмем его на каком-нибудь... Функция четная, поэтому достаточно считать на каком-нибудь отрезке от а квадрат до b квадрат, где а и b положительные вещественные числа. Докажем, что если b больше, чем а, и а достаточно большое, то этот интеграл маленький. Очень легко. Просто интегрирование по частям. Вместо t подставляем корень из x. Получается интеграл от а до b e в степени 2pi и x d корней из x. Потом во второй строчке вспоминаем, что такое производная корня квадратного. Потом записываем вместо e в степени 2pi x d e в степени 2pi x, да? И, соответственно, пишем вниз 2pi, ну и там еще двойка была, получается 4pi. Интегрируем по частям, и получаются выражения. Смотрите, b у нас было больше, чем a было больше нуля, поэтому первое слагаемое – это, конечно же, o большое от единицы делить на корень из a. И второе тоже, потому что e в степени по модулю не больше единицы, а когда вы интегрируете dx делить на x в степени 3 вторых, даже до бесконечности, получается ответ как раз единица делить на корень из а с какой-то там константой. Все. Сходимость интеграла мы доказали. Значит, все наши вычисления приобретают смысл.